наступающим новым летом! С таким приветствием по центру Кемерово ходил Дед Мороз. Многие удивились появлению сказочного персонажа, но по реакции детей было видно, что почти все соскучились по подаркам. Ну а на остановке площадь Кирова, в историческом центре города, символ Нового года поздравлял детей с Всероссийского общества инвалидов. Садился в маршрутное такси и загадывал загадки. Отгадавшим Дед Мороз дарил мороженое и билеты на аттракционы в парк, а уже на улице поздравлял с днем защиты детей родителей ребят.